Победителем «Казахстан-Барысы» стал Еляман Ергалиев. На столичной «Барыс-арене» прошел финал престижного республиканского турнира, в котором участвовали 34 палуана из разных уголков страны. Победитель помимо золотого пояса получил 25 миллионов тенге. Соревнования проходят уже в 7-й раз и приобрели статус традиционных. Помню, как я взял ручку и начал писать регламент, как в будущем должен быть «Казахстан-Барысы», когда мы название еще не придумывали, как должен быть казахстанский настоящий кио-палуан. Но сегодня, спустя 7 лет, с радостью вспоминаю